наркополицейские чуваши уничтожили 25 килограммов наркотиков. Стоимость партии по ценам черного рынка превышает 25 миллионов рублей. Большая часть сожженных наркотиков – так называемые синтетические наркотики – спайсы, гашиш, марихуана, героин. Это бывшие вещественные доказательства по 90 уголовным делам, возбужденным в отношении 100 лиц. Переговоры по данным уголовным делам вступили в законную силу. Наркотические средства в тех случаях уничтожаются согласно решению суда. Процесс сжигания наркотиков проходил под контролем специальной комиссии, в которую вошли представители ФСКН, Министерства здравоохранения и природы Чувашии. Управление наркоконтроля по Чувашии напоминает о том, что любую информацию о сбытии наркотиков или людях, причастных к их незаконному обороту, можно сообщить по круглосуточному телефону доверия, а также с помощью обратной связи на официальном сайте управления.